вкусный и полезный салат из руколы можно приготовить для быстрого перекуса или для подачи с запеченным мясом, рыбой. Семечки можно использовать подсолнечные, тыквенные, льняные, кунжутные и так далее. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Семечки можно использовать любые, равно как и заменить яблоко помидором или болгарским перцем. Промойте руколу в воде и стряхните лишнюю влагу с листьев. Срежьте стебли и выложите руколу на тарелку. Промойте яблоко в воде. Разрежьте на 4 части и срежьте семенные блоки. Промойте еще раз и нарежьте ломтиками. Выложите между листочков руколы на тарелке. Промойте огурец и нарежьте его половину полукольцами. Добавьте на тарелку к остальным ингредиентам. Присыпьте салат семечками, посолите и поперчите по вкусу. Сбрызните растительным маслом, лучше всего, оливковым холодного отжима или подсолнечным. Подайте салат к столу сразу же после его приготовления. Приятного аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!